Всем привет подписчикам, зрителям моего канала. Хотела показать свои покупки с Алиэкспресс. Так, все ссылочки я оставлю под видео. Смотрите. В общем, такой фатин заказала. Стоил вообще недорого. Там рублей 90, что ли. Здесь 22 метра. Цвета яркие. Лимонный цвет я заказала. Сетка такая мелкая. Ну, он такой довольно мягкий. Это вот лимонный. Это цвет Тиффани. Сеточка мягкая такая. Без запаха. Приятная к телу. Очень хороший фатин. И главное, что недорого. Доставка бесплатная. Нет. Меньше 300 рублей мне вышли вот эти три рулона. В общем, если делать юбочки, допустим, по 20 сантиметров, там на годик примерно, то, в принципе, одного рулона хватит. Вот эта посылка мне сегодня пришла большая. Здесь бусины. В общем, у этого продавца я заказываю не первый раз. Очень хорошие бусины. Быстрая доставка. Бусины практически без сколов. То есть редко бывает, когда сколы какие-то. Все переливаются, грани ровные. Ну, мне, в общем, нравится. Это у продавца заказ, я постоянно что-нибудь беру. Он там периодически делает скидки, то есть там раз в месяц, может, там, или раз в два месяца. Ну, в общем, не знаю, как у них там этот. Но делать скидывает так нормально. 20-30% от стоимости. Это серый. Матовый. Такой очень красивый. Переливается очень красиво. Черный. Это 6 миллиметров. 0,6. Серебристый. Все ссылки под видео оставлю. Проходите, смотрите. Еще вот такую леску заказала. Тут разных цветов я взяла. Черную взяла, серебристую и золотую. Вот 3 миллиметра. Зеленый, такой темный. Очень красиво смотрится. Переливается, конечно. Красота. Это изумруд. На солнце очень классно смотрится в изделиях. Это черный. 6 миллиметров. Очень насыщенный цвет. Еще взяла вот жемчуг. Искусственный. Искусственный стеклянный жемчуг. Уже не первый раз беру.
тоже очень нравится. Это 8 миллиметров. Такой пакетик. Коричневатый, что ли? Индиго цвет. Очень красивый. Конечно, камера не передает такого цвета, как в реальности. Но очень красиво смотрится. Хотела показать еще вот работу своей последней. Заколочка в бусинке вот тут. Еще хотела показать покупки такого плана, если вам нравится. Купила себе на лето вот такую сумочку. Она недорогая, стоила 300 рублей, что ли, за 500 рублей. Сейчас уже не помню. Но ссылку оставлю, посмотрите. Там еще взяла со скидкой ее. Там вообще недорого вышло. Такая хорошая сумка. Без запаха. Хорошо прошита. Здесь такой замочек у нее. На лето в самый раз. Такой отсек, замочек. Замок все работает. Нет. На цепочке. И заказала себе еще вот такую юбку. Такая из плотного такого трикотажа, очень хорошего, маленько тянется он. Взяла L, мой рост 175 сантиметров, и бедра у меня 96-98 сантиметров, и мне прям вот она идеально села. Вообще очень классная юбка, муж одобрил, очень красиво смотрится. Куда-нибудь на выход. Единственное, что вот кое-где ниточки вот такие торчат, но в принципе это не страшно, их можно подрезать. Строчки в принципе ровные все. Вообще юбка классная. Ссылку оставлю, смотрите. Там в разных цветах: черная, красная, еще по-моему какой-то. Сзади еще тут такой вот этот вырез. Ну вот и все. Такие покупки. В общем, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, проходите по ссылкам, смотрите. Очень рада с вами поделиться своими покупочками такими небольшими. Вот радостями. Вот, если вам как бы такие видео нравятся, там, допустим, вот вещи, я первый раз какие-то вещи вот показываю. Если такие вещи нравятся, то в принципе я могу как бы по мере
доставку в плане товара как бы снимать. В общем, пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. Пока-пока.